riesgo preguntar eso. We said there that the risk of leukemia does not appear to be elevated even among recovery operation workers, and that there are no scientific evidence for increases either in overall cancer incidence or in other non-malignant disorders that could be related to the accident. The representative of the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation agrees with the IAEA that from a radiological point of view, positive perspectives exist for the future health of most persons in the Chernobyl region. The reports of this committee are used as scientific basis by governments when adopting norms for security and radio protection. The great majority of the population, and you saw from Dr. Gonzalez's presentation, the doses, need not fear serious health consequences as a result of the Chernobyl accident having occurred. This closing slide is one I use for almost any topic. It says, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is possible. That can apply to every situation, each way. What we hope to be in the committee and the scientific basis is not using emotion, but using being in the middle with the most rigorous possible data so that the people, the decision makers, can get the right information. Thank you very much. Ужас, ужас, ужас. Почему? Беззастенчивое представление необъективных данных. Они хотят денег меньше тратить на последствия. И поэтому у них любые исследования, которые показывают, что последствия страшнее, чем они думали, они их отвергают. Они говорят, что они недействительны. Но вот для меня страшно то, что это говорится открыто. То, что это представляется как научные выводы, на самом деле это не научные доклады, это не научные выводы. Я умею там кости. Тоже я еще держу пока. Радиация не мешает вам? А, мы ее не бачим, какая она не видна. Да. Мне скажут, наверное, что радиация полезна для здоровья. Только для старых людей, наверное. Так и говорят, что старые у нас умирают, вот теперь молодые больше, средние. Да. Ну, а такие старые живут. И у детей этих как здоровье? Радиация есть? У одного один едет на проверку. У него что-то есть? Да, вот тут что-то есть. Чем нос помыл? Не помыл. А теперь вот у нас кулит у этой улицы было 10 детей. Так улица звенить, еще радиации не было. А вот уже теперь вот, уже вот тут у этого 8 детей было. Они такие вот так. Как сонные, все равно такие, ну просто не такие дети, как треба еще. Весело бегают, катались вот зимой, тепло катались на лед, на санках. А теперь они, коли хочешь, полягут до спят, то сидят. Мы здесь слышали, что МАГАТЭ с первых дней Чернобыля активно включилась в работу над Чернобылем. Да, мы знаем. Я встречал Ганса Бликса. Вот он что говорил в первые дни после Чернобыля. Атомная индустрия может выдержать такие катастрофы, как Чернобыль, каждый год. Вот с какой идеологией МАГАТЭ подходит к Чернобылю. Этот вывод политизированный. Это вывод людей, которые или представителей правительств, которые не хотят видеть очевидных последствий Чернобыля.
Алексей Яблоков, президент of the Center for Political Ecology of the Russian Federation at the Academy of Sciences, opposes the policy of Putin, who wants to welcome to Russian territory radioactive waste from the international atomic industry. Произошла необратимая фальсификация государственных данных. Вы что, не знаете, что у нас были арестованы самые главные руководители Госкомитета по статистике, были арестованы 2 года назад за фальсификацию данных? НКДР это знает. Оно знает, что оно пользуется фальсифицированными данными. И пользуется ими. И настаивает на том, что чернобыльские последствия не такие страшные. Говорить о том, что генетических последствий нет у Чернобыля, это удивительно. Генетические последствия – это одни из главных будут теперь. Десятки научных, серьезных, опубликованных в очень серьезных журналах показывают, что генетические последствия серьезны. Вот вам пример еще один интересный. Ну, Юрий Бондажевский сейчас под судом и следствием. Ему предъявлено обвинение, которое грозит ему 9 годами тюрьмы. Кстати говоря, я считал бы, что наша конференция должна была послать какое-то послание по этому поводу. Вот Бондажевский показывает, профессор Бондажевский. Случайные смерти, скоропостижно погибшие, были в основном связаны с инкорпорированными радионуклидами. Если это так, то это еще огромный источник данных, который мы должны приплюсовать к последствиям Чернобыльской катастрофы. Я еще на пороховой бочке, которая может в любой момент взорваться в совершенно в непредсказуемой ситуации и в совершенно непредсказуемое время. After 9 years of research in Chernobyl-contaminated territories, Professor Bondashevsky, pathologist, discovered that cesium-137 incorporation with food at low doses leads to the destruction of those vital organs where cesium-137 concentrates at higher levels than the average body level. With his wife Galina, pediatric cardiologist, Bondashevsky described the cesium cardiomyopathy, which, according to several scientists, will bear his name. Пошли сейчас отнесем. Да, все. Тебе не надо носить. The cardiac damage becomes irreversible at a certain level and duration of the cesium intoxication. Sudden death may occur at any age, even in children. After publishing these results and denouncing the non-intervention policy of the government, Bondashevsky was jailed for alleged corruption and held under house arrest, pending his trial. Когда мы открыли вот эту связь, связь нарушений с инкорпорацией радиоцезия, у нас был очень такой конфликт семейный, тяжелый конфликт, потому что я не соглашалась с этими нарушениями. Это такое было сверх какое-то открытие, то есть мы открываем что-то новое, которое до нас еще не было известно. Я боялась, просто вот сама боялась вот этого открытия, потому что никогда у нас, да это достижение, но никогда у нас так широко, скажем так, не рекламировали вот эту радиационную проблему. Да. Наука только тогда, когда она начинает установление какой-то зависимости между любыми параметрами. Какая бы, здесь должна быть применена логика. То есть поиск причин. Вот причинно-следственная связь, вы совершенно верно сказали. Должно быть, а в этом, может быть, известных несколько параметров, но сочетание их и установление зависимости – это уже наука. Было очень важно, я жил этому до самого своего ареста, чтобы люди знали об этом. Дело не в том, кто Бондажевский, Бондажевская, Сидоров, Петров скажет об этом. Ведь у нас же дети гибнут. Увеличение числа спонтанных абортов и мертворождений, увеличение смертности, увеличение числа ослабленных и больных новорожденных, рост числа генетических нарушений и врожденных пороков развития, увеличение числа раковых заболеваний, замедление умственного развития, рост числа психиатрических заболеваний, нарушение иммунитета и изменение гормонального статуса, заболевания органов кровообращения и так далее, аномально медленный рост детей, аномальное истощение, замедленное выздоровление после и ускоренное постарение. По крайней мере, вот этот список, по крайней мере. Бондажевский, тот же самый профессор Юрий Бондажевский, синдром инкорпорированных долгоживущих радионуклидов. Совершенно новый синдром, но ничего не сделаешь, вот он существует. Как от этого можно отказаться? Это наука, это... Не говорить об этом просто, мне кажется, неправильно. Спасибо. Спасибо.
Я хотел бы от имени радиологической общественности России, во-первых, извиниться перед международными организациями, которые в бесконечном количестве докладов было представлено, насколько они великую помощь оказывают всем последствиям медицинским последствиям Чернобыля. И, во-вторых, тем совершенно непрофессиональным оценкам, которые сделал господин Яблоков, поскольку он не является ни радиологом, ни радиобиологом, и поэтому все это абсолютно неквалифицировано. Мы ценим эту работу. Мы ценим эту работу международных организаций и рассчитываем, что и в будущем она будет продолжаться так же успешно. Спасибо. Я не могу оставить это без внимания. Значит, я не против международных организаций. Я за то, чтобы они учитывали то, что я сказал здесь, чтобы они не закрывали глаза на реальные последствия Чернобыльской катастрофы. Author of a handbook for human and animal radiobiology, Professor Yarmolenko belongs to the team of Professor Ilin from Moscow, who blocked the evacuation of a major part of the contaminated territories by formulating the famous theory of the 35 REM as an acceptable radiation level for everybody, children, pregnant women, old and ill persons. In reality, the norms allowed by international radio protection authorities for non-professionals are 5 times lower. Конечно, никто не будет спорить с глубокоуважаемым профессором Ермоненко о незыблемости постулатов, основ какой-то науки. Это касается и радиобиологии. Но есть и другая сторона этой медали, а именно получение нового знания. И вот, пожалуйста, абсолютно новое знание, значит, которое сейчас получено учеными Radiation Effect Research Foundation в Японии. Это первая публикация 99 года о том, что есть радиационно индуцированная соматическая заболеваемость. Я говорю о социально-психологических аспектах получения нового знания и насколько они воспринимаются учеными. Вот таким образом я хочу сказать, что я кончаю. Позвольте, не мешайте. Я хочу сказать. Значит, уважаемая Оксана Горнец, я кончаю, у меня последняя фраза. Хорошо, таким пожалуйста. Образом, я думаю, что и Ермоненко, и все остальные, мы рано или поздно воспримем ту новую информацию, которая у нас есть, и это даст нам возможность делать новые заключения и новые выводы. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Я еще раз... Это не новая информация. Как вам не стыдно вообще? Нашего... Это глупость просто. Нашего заседания. Будьте любезны. Member of the Genetic Institute of the Academy of Sciences of Belarus, Professor Rose Goncharova studied genetic defects in fish and rodents. These are worsening from year to year in territories with low cesium-137 contamination, 200